Начиная с пятницы, пожарные расчеты дежурят на городском полигоне ТБО в Ковылкине. Сколько тонн воды уже вылили на просторы свалки, даже подсчитать сложно. В конце прошлой недели здесь одновременно работали 4 машины. Подключались к водоснабжению очистных сооружений, что находятся неподалеку. И тушили открытый огонь прямой подачей воды. Пожар победили, но место экологической катастрофы не покидают. Слишком велики риски. Осуществляем проливку территории прибрежной к свалке, дабы не упустить дальнейшее возгорание в лесные насаждения. И, соответственно, жилой комплекс. Потому что в случае сильного ветра огонь, не дай бог, выйдет, если верховой, это будет 5 минут, и он будет в городе. Мы здесь задыхаемся, ближайшие села. Здесь неподалеку, если напрямую, 1,5-2 километра, находится лыжная спортивная база, где занимаются люди, ребятишки. Город, окраина города, 3-й микрорайон. От всего этого свалку отделяют небольшие перелески. Если огонь дойдет до деревьев, справиться с пожаром будет практически невозможно. Поэтому лесхоз в минувшие выходные заботливо опахал лесные зоны. Но проблема зарыта гораздо глубже, в прямом смысле. Здесь скапливалось десятками лет весь строительный бытовой мусор. Соответственно, он горит не хуже торфа. А здесь в глубине никто не знает, сколько это. Я думаю, что это все надолго. Самое интересное, что полигон считается законсервированным, но новые кучи строительного мусора появляются здесь регулярно и бесконтрольно расползаются по всей территории. Одинокий бульдозер словно подкидывает в большой костер свежую порцию дров. Специалисты говорят, что потушить леющий на глубине мусор нереально. Пожарные надеются на снег и дождь, но, как показывает практика, они не помогают справиться, и свалка дымится и летом, и зимой. А местные власти уверяют, повода для беспокойства нет. Ситуация с закрытым полигоном контролируется. Основной очаг возгорания в течение прошедших выходных был устранен. Будет проводиться дальнейшая проливка оставшихся тлеющих территорий. Также в 2021 году в рамках национального проекта «Экология» и регионального проекта «Чистая страна» в Ковылкинском районе запланировано начало рекультивации городской свалки. То есть, с ихних слов, сейчас у нас здесь все как бы в порядке получается. Все под контролем. То там, то здесь из куч мусора вырывается огонь, побороть который можно единственным способом – навести порядок и по-настоящему законсервировать полигон, засыпав мусор песком, говорят специалисты. Но, похоже, в ближайшем будущем всем придется потерпеть. Светлана Лашина, Игорь Гангаев. Наши новости. Ковылкино.